Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала. Я Николай Лысков. И сегодня мы с вами поговорим о том, как воспитать в себе лидера. Вы, в общем-то, всегда становитесь тем, кем вы себя видите. Все мы с вами живем по тем привычкам, которые приобрели с детства. Сами и которые в нас заложили наши родители или окружение. Это понятно. Но мир меняется, а привычки остаются старые. И у большинства людей даже вредные. Чтобы расти и развиваться в современном мире, необходимо вырабатывать новые привычки, позволяющие нам жить полной жизнью. Самосовершенствование и саморазвитие должно стать приоритетом. Но прежде чем начинать вырабатывать новые привычки, вам необходимо навсегда расстаться со старыми. Если стакан полный, вы не сможете налить в него воду. Старые привычки могут быть неэффективными и порой даже вредными, которые вам мешают развиваться и идти дальше. Также необходимо очистить свой мозг от убеждений, которые вам мешают двигаться дальше. Вы должны быть открыты к новым знаниям. Большинство же людей стараются найти оправдания и ничего не делают. Их любимые отговорки: «У меня нет времени на это», «Я в этом не верю», «Это не для меня» и тому подобное. Вам необходимо осознать и понять, что только двигаясь вперед, мы растем и развиваемся, становимся востребованными. Вы можете сами создавать свой мир и сделать его таким, каким вы хотите. Это в ваших силах. И для этого вам нужно только одно – двигаться в этом направлении. И по мере того, как вы будете продвигаться, ваша уверенность будет расти, потому что вас будут радовать ваши результаты. И вам уже никогда не захочется возвращаться назад. Но для этого надо сделать первый шаг, потом второй, третий. Превратите вашу жизнь в увлекательное путешествие к новым, еще неизведанным вершинам. И не бойтесь того, что на вашем пути вдруг встретятся преграды. Они нам вот как раз просто и необходимы для того, чтобы двигаться правильно. Они-то как раз и дают нам сигнал того, что мы двигаемся верно. Катиться ровно по скользкой дорожке мы можем только вниз. Дорога вверх всегда полна неожиданностей и препятствий. Преодолевая препятствия на своем пути, мы растем и развиваемся. Пусть это и станет вашей новой привычкой. Под этим видео, друзья, вы найдете ссылочку на мой блог. Те из вас, кто хочет пройти у меня онлайн-обучение, буду рад видеть вас в своей онлайн-школе. Удачи вам, друзья мои!